центре молодежного инновационного творчества Тусура состоялись соревнования Томской области по стандартам WorldSkills Russia в дисциплине веб-дизайн и прототипирование. WorldSkills – мировое движение, которому уже много лет, а Россия совсем недавно вступила и стала участником этих турниров. Вообще, это представляет собой турниры рабочих профессий. С недавних пор турниры стали проводиться не только по рабочим профессиям, каким-то трубопрокатчики, каменщики, парикмахеры, кондитеры, но и, скажем, в перечень профессий, компетенций вошли такие направления, как вся сфера IT, прототипирование, робототехника, электроника. С этого года на базе Тусура проводятся отборочные этапы по двум компетенциям – веб-дизайн и прототипирование, победители которых отправятся в Новосибирск на полуфинал и в случае успешного выступления в Казань на финальные соревнования. Дисциплина прототипирования включает в себя разработку идей, дизайн проекта и создание рабочей системы. Участник соревнования должен обладать обширными знаниями в таких областях, как электротехника, 3D-моделирование, приборостроение. Это и создание по стандартам промышленного дизайна, то есть чтобы было удобно в руке лежало, там, можно было положить в карман или там, например, зацепить за рубашку. Да. Это и умение комбинировать, например, устройства электрические какие-то нужно добавить. Да. То есть вот сегодня у нас задание конкурсное – разработать пауэрбанк. То есть это аккумулятор, носимый с собой. По конкурсному заданию, то есть разрабатываю корпус для пауэрбанк, то есть носимое устройство, которое для того, чтобы зарядить телефон в случае его разрядки. Сделал 3D-модель, на мой взгляд, очень удобнее будет, то есть она компактного размера, может надеваться на пояс. Проработал все нюансы, то есть чтобы там были светодиоды, индикаторы заряда, разряда ее, разъемы необходимые, USB, микро USB для зарядки, кнопка включения и выключения устройства. За один день участники должны создать работающий прибор. Все проекты конкурсантов распечатываются на 3D-принтере, собираются и представляются на экспертную оценку. Главный критерий победы – скорость, функциональность, качество и красота. Победителем томского этапа соревнований стал третьекурсник факультета инновационных технологий ТУСУР Никита Зац, который в мае отправится на чемпионат России в Республику Татарстан.